Привет! Всем привет, ребята! С вами Лена Смайл, и сегодня я вам расскажу то, что я... Ну, сегодня, значит, будет такое видео на тему «Мои школьные нет, почему я не люблю школу». Я уже снимала видео про мои стильные нет, что я никогда не надену. Сейчас снимаю видео «Мои школьные нет, почему я не люблю школу». Давайте начнем. Первое, почему я не люблю школу, это ранний подъем в школу, то есть 7 часов. Ну, я встаю на 10 минут раньше, то есть 6:50, да. Те, кто учится в первую смену, со мной согласятся. Так что, ну, да, ну, мне это не нравится вставать так рано. Я обычно привыкла в 9 вставать, или иногда даже в 10. Ну, а те, кто учится во вторую смену, им просто повезло. Ну, что поделать, школа – это школа. Так, следующее, почему я не люблю школу, это школьная столовая. Я вообще не понимаю, почему в школьной столовой так невкусно готовят там супы, каши. Вот, кстати, сегодня нам давали манную кашу, и она была просто отвратительна. Еще нам также давали бутерброд, и он тоже был не очень-то вкусный. Я вообще не понимаю, почему в школьных столовых так невкусно готовят. Следующее, почему я не люблю школу, это школьные туалеты. Школьные туалеты, ну, во-первых, в школе школьные туалеты, у них, конечно, есть дверь, но дверь вообще нормально не закрывается, вы понимаете? То есть приходится одной рукой придерживать, и унитазы сами грязные, то есть там у меня дырки, как бы, и на этих унитазах нормально не посидишь, приходится сидеть на них в позе орла. Следующее, почему я не люблю школу, это издевательство. Да, такое было. Ну, короче, в классе находят человека, который отличается из всех, и остальные одноклассники начинают его как бы гнобить. Но если человек выделяется, это не значит, что его надо гнобить. И следующее, это очень тяжелые учебники. Учебники вообще они тяжеленные. И у меня где-то портфель весит 2 или 1 кг. Ну, короче, тяжелые учебники, ладно. Ну и, в принципе, все. Это были мои школьные нет. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, что вам не нравится в школе. Может быть, у нас с вами что-то одинаковое. Да. Мне будет, в общем, интересно почитать, почему вы не любите школу. Что я сказала? Мне будет интересно почитать, почему вы не любите школу. Всем пока-пока!